Резня в немецком городе Любек. Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса. 14 человек пострадали, двое получили тяжелые ранения. Украинцев среди них нет, об этом сообщили в МИДе. По словам очевидцев, в переполненном салоне мужчина неожиданно достал из рюкзака кухонный нож и набросился на людей. Водитель остановил автобус и открыл дверь, чтобы пассажиры могли убежать. Неподалеку оказались полицейские, они задержали нападающего. Установили, что это 35-летний гражданин Германии, который приехал в страну из Ирана.